Прививки от коронавируса поставили 370 тысяч жителей Бурятии. Это 64% от плана, установленного Минздравом. Всего в республике планируют вакцинировать более 570 тысяч человек. Наибольшее число желающих поставить прививку от ковида наблюдалось в июле, на пике заболеваемости. Сегодня же в рабочие дни прививают до 3000 пациентов, а в выходные количество в десятки раз меньше. Все-таки свобода каждого человека заканчивается именно там, где начинается граница безопасности другого человека. Поэтому вакцинироваться должны прежде всего не в интересах самого себя, а в интересах общества для сохранения эпидемиологического благополучия в условиях продолжающейся пандемии ковида на территории как России, так и всего мира. Отдельно ведется учет повторной вакцинации. Так, спустя 6 месяцев после прививки поддерживающую дозу вакцины поставили около 14 тысяч жителей Бурятии.